Всем привет! С вами Катя, и сегодня я вам покажу обзор на 3 моих самодельных слайма. Вот таких вот. Начнем с маленьких, а большой я оставлю на потом. Начнем с розовенького. Ой, тут же какая-то сучка. Вот такой вот, он маленький такой. Он так вот кликает. Ой, кликает, хрустит. Тянется вот так вот. По-моему, тянется нормально для такого слайма. И как кликает. Нормально. Вот такой слайм. Поставьте ему оценку в комментариях от 1 до 5 баллов. Я ему ставлю, наверное, 5 баллов. Потому что он для маленького слайма вот так вот растянуться. Он там тянется на какие-то метры. Короче, нормально. Положим его в свою баночку и переходим к следующему. Это вот такой вот зелененький. Ну и кликнул. Кликает. Тянется. Хрустит. Еще раз тянется. Вот так вот он тянется, хрустит и кликает. Оценка ваша в комментариях. У меня для него оценка 4,5 бана, потому что он немножко прилипает к рукам. И не очень хорошо тянется пленочку. 4,5 балла. Наверное, для такого слайма нормально. Я так думаю. Потому что я не знаю, сколько уже прошло. Неделя прошла. Да, неделька прошла, и они вот такие... Неделя прошла, и они вот такие вот слаймы стали. А теперь самое главное. Большой слайм. Вот такой вот. Бульбашкой. Достанем его. Он такого синеватого цвета. Вот так он тянется. О. Хрустит и кликает. Классно. Ой, липнет немножко. Вот так хрустит, еще раз показываю. Кликает. И тянется. И сейчас я вам... Я для вас сделаю маленький АСМРчик. Сейчас, мне надо кое-что сделать сначала. Это тоже способ увеличения. Это способ увеличения, такой я видела. Сейчас я сделаю для вас АСМР. Розочку закручу.
такая вот розочка. Красавец. Вот такое видео сегодня получилось. Пишите оценку для этого слайма в комментариях. Мне интересно почитать. Да, мне очень интересно почитать ваши комментарии, как вы поставите оценку. И пишите для всех этих слаймов название тоже в комментариях. Всем пока!